Они любят делать других людей счастливыми. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.